Казанском Кремле вручили государственные награды выдающимся жителям республики. 42 татарстанца получили награды с рук президента Рустама Миниханова и полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Все, что делается во благо нашей страны, делается в том числе и в нашем регионе, в Татарстане. И здесь огромная доля вашего труда. Каждый на своем участке привносит вот те добрые дела, которые есть в нашей республике. Мы гордимся вами, мы говорим вам спасибо, и мы желаем вам, чтобы вы в здравии и дальше работали во благо нашей республики, во благо нашей большой Российской Федерации. В число выдающихся жителей республики вошли три представителя КФУ. Ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, директор Института филологии и межкультурной коммуникации Радив Замалединов, а также профессор кафедры экологии и природопользования Олег Ермолаев. Церемония была приурочена ко Дню Республики Татарстан, который отмечается 30 августа. Лилия Талипова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.